Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Турбойл. Ну что ж, битвы за нефть и за участки становятся все жестче. Кстати, Рикардо уже, не знаю, потихонечку-потихонечку, но выходит в лидеры. Причем он совсем ничего не улучшает. Ну, посмотрим, чем это закончится. Борьба за господство над этим городком. На фабрике. Я не знаю, стоит ли что-то улучшать или не стоит, но пока что, наверное, нет. Вот соединение с левой мне бы тоже хотелось бы прикупить. Потому что я начинаю понимать и осознавать, как это все происходит, как это все работает. Ну ладно, чуть позже. Потому что немаловажно и прикупить хороший участок на земельном аукционе. Вот то, что было сейчас у меня, это было вообще, не знаю, просто ужас. Знаешь что, вот давай предположим, просто где-нибудь купим участок в другой стороне. Вот так. Смотри-ка, у них начинается борьба за этот участок. Он, наверное, тоже хорош. И перебивает все. Рикардо. Ладно, ладно, ладно. Ну что ж. Бур. Припекло все-таки, да? Прикупил ты. Салуния. Нет, 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 нет. Будем пробовать работать с газом. Будем пробовать работать на правую компанию. В общем, быстренько вы ройте, найдите мне что-нибудь порядочное. Сразу небольшую сумму в кредитах я одолжу. Кто меня зовет? Ты меня зовешь, да? Так, и ты тоже, да? Ага, хорошо. Просто по резервуарчикам. Раз, два и... Где-то здесь можно, в принципе, и построить вышечку. Неужто так глубоко? Начинаем ехать направо. Начинаем расширять трубу. Цена продолжает расти. Мы продолжаем покупать лошади и повозки. Быстренько все покупаем. Знаешь что? Может быть даже расширить до третьей. Вот это сейчас пыхнет. Быстренько, быстренько, пока цена хороша. Когда такое еще будет? Ну, давай пророем. Был бы этот еще резервуарчик побольше. Я думаю, что он скоро и закончится. Ого, вот это да. Сразу же, мгновенно увеличиваем это все. Увеличиваем трубы, увеличиваем лошадей. Все на продажу. Так, слушай, ну, в принципе, можно немножко... Ну, ребят, только без разливов. Давайте как-нибудь, а? Увеличу вам емкости, так и быть. Где-нибудь здесь. И продолжим бурить. Еще несколько, а точнее двоих лазоходцев. Так, смотри-ка, все заканчивается. Цены хорошие когда-нибудь, но заканчиваются. Ну и ладно, оставлю я здесь лошадок несколько. Емкости чуть больше. Так, вот как, да? Вот как.
Здесь нефть, там нефть. Было бы неплохо найти где-нибудь газ рядышком, чтобы быстро это все... А вот он здесь и находится, газ, да? Вот он и находится. Так, все убрать, ничего не возим, все свозим. Все свозим в резервуары. Знаешь что, тогда я, пожалуй, сразу начну это строить, выстраивать, чтобы... потом быстренько все это осушить. Ну что такое? Ну что такое? Ну почему вы не можете справляться? Вы и быстроходные у меня, и я не знаю. Подожди. Вот здесь, наверное, поставить заглушку пока. Здесь пока поставить заглушку. Просто подключиться и ждать. Резервуарчик уже полон. Доллар, доллар, доллар. Быстренько сюда. Быстренько сюда. Быстренько сюда. Может открыть, а? А не может быть, что все? Не может быть такого, что все? Открываю заслоночку. Нефть пошла. Быстренько набираем и продаем. Набираем и продаем. Закрыть. Закрыть. Что ты нашел? Нефть. Ты хочешь сказать, что ты нашел нефть? Слушай, нефть. Он нашел нефть. Причем огромный просто резервуар. Я даже не знаю, успею ли я все это разрыть. И еще внизу какой-то участочек. Так, что там? Мы, блин, продаем. Мы все продаем. Так, а как же все это успеть-то откачать-то? Открываем заслонку. Собираем всю нефть. Набиваем емкости, наверное, да? Слушай, ну не знаю. Походи, поищи, может быть, еще чего-нибудь найдешь. Так, все быстрее, быстрее. 14 июня. 14 июня. Нефть пошла. Собираем, забиваем все. Забиваем все емкости. Нефть пошла и быстренько, в принципе, уходит, да? Вы справляетесь. Вы справляетесь, это хорошо. Но я не вижу газа. Я не вижу газа. Вот он, да? Так, ладно, ладно, ладно. Посмотрим, что из всего этого получится. 27-28 июля, да? Доллар 29. Давайте быстренько продаем все. Все налево. Быстренько, быстренько, быстренько. Все, все помчались, продаем все налево. Все налево. Все, остановить продажи. Остановить продажи. Забиваем резервуарчики. Так, как бы это все сделать? Хорошо, прорываем здесь, допустим. Подключаем бур. Роем здесь.
Но нефти больше нет. Нефти больше нет. Может, где-то газ здесь еще прячется. Ладно. Добываем все, что осталось, по-быстрому. Забиваем резервуарчики по максимуму. Давай, 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 давай. Качай, качай, качай. Качай, качай, качай. Все, допустим, да? Теперь сейчас мы подключаем здесь. Знаешь что? Нужно сразу, наверное, или нет? А, достигнут лимит ответвлений. Вот так. Здесь заслонка, допустим, да? Все. Цена растет. Цена растет с правой компании. Быстренько начинаем все продавать. Молниеносно просто. Молниеносно все опустошаем и продаем. Ну, не знаю. Как-то так. И что у нас получилось? Ну ладно, что-то, допустим, получилось. Итого, в принципе, неплохо. Но сейчас Рикардо что-то совсем облажался. Он столько отдал денег за участок, и оказывается, всего заработал тысячоночку. Что-то ты сдаешь, старина Рикардо. Знаешь что, отправимся на фондовый аукцион. И прикупим, если получится, 4 акции. 4 акции, сколько отдать? Знаешь что, я, наверное, 1020 отдам все-таки. Отдам, ей-богу, отдам. Не пожалею. Семнадцать процентов. Так, ладненько. Соединение с левой бы тоже, ну нет, сейчас я на это не готов. Не готов абсолютно. Вот ответвления были бы, может быть, не лишними, но нет, воздержусь. Скорость. Это тоже как бы не требуется. Даже не знаю. Я пока нацелюсь на соединение с левой и вот ответвление. Это более те вещи, которые мне сейчас, наверное, нужны в первую очередь. Ладно. Да что ж такое? Зачем я выхожу? Я хочу зайти в мэрию, я хочу отправиться на земельный аукцион, я хочу прикупить себе хороший участок. Хорошие участки где-то здесь. И сейчас, наверное, будет просто борьба за это. Уйди отсюда, женщина. Они перебили мою ставочку. Слушай, ну я не знаю, я... Давай-ка так, а? 5000 заплатил. Надеюсь, это будет не зря. Ну что, копать? Не спать, копать. Лазоходцы, ищем нефть. Сразу где-то полторашечку беру. Так, хорошо. Вот отсюда, наверное, пожалуй, и начнем. Так, можно так поставить. Можно так. Роем. Роем. Цена. Смотрите, какая цена. Боже мой. Быстренько что-нибудь вырыли. Большое. Продаем.
Я думаю, что где-то здесь будет резервуарчик, да? Здесь, наверное, где-то еще один. И нефтяную вышку где-то здесь. Была высокая цена, да сплыла. Быстренько она заканчивается. Ну, такой себе резервуарчик. Еще лазоходцев. Пускай ходят, пускай смотрят, пускай ищут. С правой стороны. Все давайте направо. Все давайте. Все продажи направо. Добавим вам в табун людей. Мне нужно знать, где нефть. Мне нужно знать, где нефть, потому что для меня это важно. Ага, молодец. Ты отыскал нефть. Максимально компактно. Доллар 16. Рыть. Совсем малехенький. Совсем малехенький. Рыть сюда. Но должен же здесь быть большой. Не зря я потратил 5000, чтобы, блин, чтобы найти что-то маленькое, что ли. Опять же, это совсем не то, что я хотел увидеть. Да. Может, зря я переплатил. Ну давай-ка здесь-ка все это расш... Ой, какая задвижка? Расширю. Неужели это он? Ну, не такой уж и большой. Но сейчас для меня важно найти... Так, постойте, постойте, постойте. С левой стороны цена. Смотрите, везите, продавайте. Везите, продавайте. Быстренько все опустошаем. Когда такое еще будет? Все, стоп, 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 стоп. Достаточно. Этого достаточно. Что-то машут они рукой, значит, где-то здесь еще что-то есть. Ну, тоже маленький, тоже маленький. А газ? Мне нужно найти газ. Вот еще нефть. Мне бы не мешало найти сейчас газ. Вот он. Не мешало бы найти еще. Так. Слушай, ну давай-ка откроем продажи, потому что наличности нет. Наличности нет. 6 июля. Резервуар, резервуар, быстрее.
Начинайте продавать. Начинайте продавать. Начинайте продавать. Веселенько, быстренько, бодренько продаем. Здесь еще пророем. Так, может быть, лозоходец? В чем дело? Мне бы хотелось найти с этой стороны еще газ, но его нет. Его нет. Остановить продажи. Остановить продажи. Ну понятно, что есть, то есть. Ты нашел нефть? Ты раньше не мог найти, что ли? Быстренько, 19 августа уже на носу. Вы что? Вы что? Вы что? Быстренько рыть, быстренько копать. Даже знаешь что? Вот, может быть, подключить, а? Хотя и так быстро, он такой маленький, его осушат. Нечего делать. Так, 93. 93. Ну, еще один резервуар ставим. 99. Нефти практически нет. Давай-ка подключаться. Давай-ка подключаться. Давай-ка газ. Ой, подожди. Вот так. И продаем все направо. Все продаем направо. Почему не идет сюда газ? Куда он, собственно, идет? Закрыть заслонку. Он должен в фирму идти. Он должен идти в фирму. Почему лошади стоят? Почему все бездействуют? Черт, цена, цена, цена. Мы прогадали с ценой полностью. Да. Ну, продавайте налево тогда, что ли. Ладненько. Так, у нас еще и нефть осталась. Ничего себе. 23. Ну, тем не менее, каким-то способом получилось заработать больше всех. Это неплохо. Это неплохо. Иду в мэрию, иду на фондовый аукцион. 6 акций. 6. Слушай, на 20-ку, наверное, я отдам. Отдам 20-ку, как пить дать. Ага, отдал. Кто это был? Это была Дейси. Это была Дейси. Ладно, Дейси. Фабрика. Ответвление 3. Нет. Пока что, наверное, я ничего этого покупать не буду. Просто отправимся в мэрию на земельный аукцион. Так. Пожалуй, где-нибудь здесь. Пожалуй, где-нибудь здесь. Хорошо. Все, я не против. Угу, клапан купил. Хорошо, копать. Копать, копать. Сразу полторашечку. Угу. Блин, ну... Так, давай-ка вот отсюда я начну, пожалуй.
колпакника это все расставлю. Цена просто, какая прекрасная цена с правой стороны. А то, что мы нашли, очень-очень-очень... Ну, в принципе, и так, нормально. Я хотел сказать, было очень маленькое, нет. Быстренько идем продавать направо. Быстренько торгуемся, продаем. Где-нибудь здесь, где-нибудь здесь... Буровую, да? Все, останавливаем продажи. Останавливаем. Ну, тоже такой. Можно и расширить. Так, ну мне нужна наличность. Мне нужна наличность, поэтому хотя бы одна лошадка, едь продавай. Остальные пускай складывают все в резервуары. Остальные в резервуары. Так, что же делать-то? Где-нибудь здесь. 56. Наверное, все-таки вышка здесь не помешает. Вышка не помешает. Придется обратиться снова в банк. Придется обратиться в банк. Хотя бы построил быть вышку где-нибудь здесь. Да, наверное, здесь. Это что было такое? Так, одна лошадка налево. Одна лошадка налево. Нет цены. Нет цены. Продажи. Начались продажи. Так, все идем налево. Всем идем налево, нужны деньги. Так, что же делать с тобой-то? Разлив, черт. Идем налево. Что у нас здесь? О, приличный. Да не то, что приличный, он просто огромный. Это замечательно, это замечательно. Так, сразу, наверное, готовлю резервуары. Чтоб потом не отвлекаться на все это дело. $16. Еще, да? Еще нашел участочек. И ты тоже нашел. Вот это молодцы. Я прям за вами не угонюсь. Это газ, пардоньте. Вот нефть. Вот где нефть. Знаете что, можете прям продавать направо. Что вы ходите, не знаете, что делать, что ли? Продавать. Здесь есть газ, здесь есть нефть, но настолько маленький участок.
$17. Чуть пошире все эти трубы. Знаешь что, все-таки лазоходец не помешает. А вдруг что-то где-то осталось? Вдруг что-то где-то осталось? Ну вот. И где? Подожди, кто кричал? А, это ты. Это ты. Хорошо, будем искать. Газ. Где разлив? Девяносто четыре. И ты что-то отыскал, ну ничего себе. Так. 85. Отменяем все эти, наверное, торги. Отменяем все торги. Попробую сейчас подключить сюда, чтобы... Блин, черт побери. Чтобы этот резервуар как можно быстрее откачивали. Здесь можно расширить. Сделаем так. Шестое августа. Ну, нефть пошла. Разбирайте, развозите. Просто под огромным напором. Ну, цены пока я не вижу. Знаешь что, наверное, все-таки хотя бы 7 лошадок я отправлю в эту сторону. Пускай занимаются. Лозоходец. А ну-ка, походите, посмотрите, может, чего-нибудь... Где-нибудь не доглядели. А мы сейчас построим... Так, отменить продажи. Где? Где-то здесь. Слушай, ну ради такого участочка рыть. Хотя ладно, я получу 1000. Так, как быть с газом? Как быть с газом? А здесь интересно, можно это перекрывать? Или нельзя? Можно. Но что это мне даст? А соединиться с этой штукой я тоже могу, да? Тоже могу. Сейчас посмотрим. Работает ли это или не работает? Но нужно в первую очередь забрать всю нефть. 7 октября. Может быть... 14... Нет. Стой. Если я поставлю здесь заслонку, здесь подключу газ. И здесь подключу газ.
Смотри-ка, цена начинает просто расти, да? Очень сильно, очень быстро. Мы начинаем продажи. Мы начинаем экстренно продавать все. Хотя отсюда газ почему-то не идет. Почему-то. $87. Такой цены я не видел. Хорошая сделка. Такой цены, в принципе, я не видел. Отличная сделка. Кое-какие даже достижения подкрывали. Вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Заработали тогда? Хорошо. Почти 60 тысяч. Ну, останавливаем все это. Серьезные деньги. Открыто достижение. Так, ладно. Ладно, ладно. Оу, ничего себе, сколько держишь. Я таких денег еще не видел. Ну что, я уверен, что вы могли бы использовать чуть больше объема для хранения нефти. Представьте себе, я изобрел кое-что для этого. Серьезно, что ли? Супер-резервуар. Ну это неплохо, неплохо. Я пока, знаешь что? Я пока отправлюсь в мэрию на фондовый аукцион. Две акции. За две акции 10 тысяч я там. Вот не больше. Хотя игра уже начинается серьезная, поэтому может быть и больше. Не вытерпел, не вытерпел. Но я могу себе такое позволить. Я могу себе такое позволить. 19% акций. Хорошо. На фабрике... Я бы взял соединение с левой. Вот возьму прям соединение с левой. И все, да? И может быть ответвление или нет? Или нет? Или да? Знаешь что, вот в конюшне возьму просто счетчик. Счетчик лошадей. Блин, ну удобно все-таки. Удобно. В мастерской я пока что ничего брать не буду. И, наверное, все-таки на этом закончу. Скажу спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч.